Говядина по этому рецепту получается очень нежной с легким сливочным ароматом. Приготовить проще простого. Положил все ингредиенты в сотейник и забыл на 1.5 часа. Вкусно и просто. Рецепт говядины по-кремлевски уже много лет проверен, поэтому точно соблюдайте всю технологию приготовления и количество ингредиентов. В финале видео вы сможете записать ингредиенты блюда. 1. Лук почистите и нарежьте полукольцами. 2. Говядину помойте и порежьте на кусочки. 3. В сотейник или любую другую посуду выложите мясо. 4. Выложите нарезанный лук и нарезанный чеснок. Подписавшимся, больше вкусностей. 5. Добавьте воду. 6. Выложите сверху кусочки масла. 7. Доведите до кипения и тушите около 1.5 часов, в конце посолите. Приятного аппетита! Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. А теперь ингредиенты. Говядина 700 грамм, лук репчатый 1 штука, масло сливочное 130 грамм, чеснок 4 зубчика, вода 1 литр, количество порций 4. Ставим лайк и подписываемся. Ваши отзывы очень важны. Следите за новыми видео на канале, и всем пока!